Ай, твоя легкая походочка меня согреет, когда на речке лед. Ай, за зимою будет лето, ай, лето моя когда красна. Ай, твоя милая улыбочка моя милая, уже больно хороша. Ай, сроду, сроду не страна. Встречаемся, тебе все жду, теперь гадаю, я тоже с тобой, мы настоящие.
Владимир Генералов. Балетмейстер Елена Васнева. Хормейстер Елена Володина. Хормейстер мужской группы хора Роман Серебряков. Руководитель хора Юрий Михайлович Сысоев. Аплодисменты нашим юным артистам. Ансамбль «Поместье». Руководитель Саид Магомедов. Детская хореографическая студия при хоре имени Гришина. Руководитель Елена Васнева. Участница детской вокальной студии при хоре имени Гришина Жиколяк Елизавета. Режиссеры-постановщики, ведущие артисты Государственного академического хора имени Пятницкого Андрей Амосов, Николай Болотин. Добрый вечер, уважаемые зрители, коллеги, друзья. Этот вечер не просто добрый, он удивительный. Ведь именно 60 лет назад впервые прозвучала песня «18 лет». Данное произведение, полное молодости, красоты, лирической влюбленности и надежд, является очень символичным для сегодняшнего вечера. А также служит поводом задуматься, каково это было творить искусство 60 лет назад. По каким законам и принципам оно создается сейчас? Куда и с чем мы хотим прийти завтра? А самое главное, куда будут приходить наши дети? С помощью чего мы будем воспитывать нашу молодежь? Как ни крути, ответ один. Это наши мудрые народные сказки, залихватские народные танцы и душевные народные песни. Вы знаете, за почти 16 лет своей концертной деятельности я заметил одну очень интересную тенденцию. С каждым годом молодых людей на концертах становится все больше. И это не может не радовать на самом деле. И знаете, я верю, что проведение таких больших праздничных концертов обновленного хора имени Гришина станет постоянной, доброй традицией. За содействие и внимание к проблемам народного искусства мы хотим поблагодарить заместителя председателя правительства Пензенской области Олега Васильевича Ягова. За оказанное нам доверие, за большой вклад в подготовку данного мероприятия мы благодарим министра культуры и туризма Пензенской области Татьяну Владимировну Курдину. А за предоставленную возможность работы с коллективом хотим поблагодарить начальника управления культуры города Пензы Веру Александровну Фейгину и директора Центра культуры и досуга Евгения Андреевича Шивова. Но от себя хотел добавить, пусть подобно песне «18 лет» новые произведения хора имени Гришина идут бок о бок с Пензенским краем сквозь десятилетия.
встречу зарю. Вольным ветром грудь напою, стороне родной поклонюсь, босиком по полю пройду. Стороне родной поклонюсь, босиком по полю пройду. Травы встретят словно родня, и обнимет поле меня. Заблестит на поле роса и очистит сердце слеза. И очистит сердце слеза. Тебе я небо вновь тороплюсь, прибывать знакомую Русь, где впервые встретил рассвет. Дорогие друзья, уважаемые зрители, мы благодарим вас за то, что вы разделили с нами эту радость замечательного события совместно с хором имени Гришина. Мы благодарим вас за любовь к русской песне, танцу и музыке. До свидания, до новых встреч!